Тоест добра акция. Още един път от лявата страна успяха да се да пробива испанския отбор. Смениха фронта на атаката чрез Ранал. Ранал със скорост си допълсване да центрира, където и то успява линия Проблемы не хватает, Франциско, как мы его рассказали, а Ангело Канте тем временем выбивает мяч у Ника Уильямса. И становится тем человеком, который передавал мяч касания на Усмана, нет, это был Рандаль Колумуани. Канте пытается играть очень быстро, и надо сказать, что из сборной Франции... Да, и как не покажется странным, это лучший игрок. Кто помог потом? Но это именно он.